Олена Чумак – косметолог, майстриня з шугарінгу, методист, технолог з виготовлення паст для шугарінгу. В сфері косметології вже більше 10 років. Доброго ранку. Ну, є нам про що з вами поговорити. От, зокрема, масаж для обличчя. Чи дійсно він такий, багато таких чудес має, і в чому його плюси? От, давайте розпочнемо із цього. Ну, давайте. Классический косметический массаж – это очень интересная процедура, очень важная, необходимая в каждой косметологической процедуре. Косметический массаж готовит лицо, кожу лица, мышечную массу лица, готовит к любой косметологической процедуре. И таким образом любая косметика, любая процедура, она имеет больший эффект после массажа. Тобто перш ніж ми приходимо до косметолога, ми маємо зробити масаж, а потім вже приступати до більш таких серйозних процедур, правильно? Не совсем так. Масаж должен сделать профессиональный косметолог. То есть, когда мы приходим к косметологу, первой процедурой идет массаж. А як щодо масажу в домашніх умовах? Ну, ми ж такі жінки нетерплячі, ми хочемо лягти і щось там собі наробити і все, і прокинутися вже гарно. От як щодо масажу в домашніх умовах, Олена? Да, массаж в домашних условиях, он тоже возможен и даже нужен. Это одна из важных процедур, которой мы поддерживаем состояние своей кожи, своей красоты, своего лица. Но для того, чтобы делать этот массаж, нужно знать некоторые нюансы. Для этого можно воспользоваться литературой, можно воспользоваться интернетом. Сейчас это популярно, и очень много информации там. Но проще всего сходить к профессиональному косметологу, пройти хотя бы несколько сеансов массажа, получить ее профессиональные консультации. Для того, чтобы правильно был выполнен массаж, как минимум нужно знать массажные линии. И как максимум, а не просто поводить или погладить себя руками. И как максимум нужно знать хотя бы немножко анатомию. Анатомию. Не все так просто, як нам здається, жінки, краса дійсно вимагає жертв і знань, правильно? Ну от я теж давненько так читала про масаж для обличчя, і ось прочитала, що масаж є сьогодні розумною альтернативою уколів краси всіх різновидів. Чи дійсно це так? Не совсем так. Да. Нельзя сказать, что массаж есть стопроцентная альтернатива уколам красоты. Инъекционная косметология – это одно из основных направлений, одно из мощных направлений современной косметологии, но есть и традиционная, обычная косметология. Вот массаж, он может быть нужным для людей, которые по каким-то причинам не могут позволить себе делать инъекционную косметологию. Есть противопоказания к такой инъекционной косметологии. И здесь на первое место выступает, конечно же, традиционная косметология вместе с массажем. Тобто все-таки ми можемо сказати, що він дещо бореться з нашими зморшками, не показувати на собі. Но это действительно так. Допомагає, так? Реально, действительно, массаж помогает в борьбе с признаками старения. Он способен убрать мелкие морщины, способен сделать менее заметными глубокие морщины. Все дело в искусстве косметолога, которого вы выберете. Дело в его профессионализме. И все дело в том, насколько глубоко знает косметолог, что он на самом деле делает и чего он хочет добиться этим массажем. Як вам зрозуміти, що ми натрапили на гарного косметолога, у вас ж не завжди є вільний час, Олени Чумак, і от прийшли ми на масаж. І начебто він робить все правильно, а може він робить щось не так. Чи є якісь такі нюанси, на які нам варто звертати увагу, щоб зрозуміти, що щось не так? Чи надто боляче має бути, чи взагалі надто приємно? От які ваші поради з цього приводу? Интересный очень вопрос. Действительно, мы с первого взгляда не можем понять, насколько профессионален косметолог. Я рекомендую в первую очередь, если косметолог предложил вам процедуру массажа, обратить на его руки внимание. Внимательно посмотрите на длину его ногтей.
Ногти должны быть весьма короткими. Должен быть свободным мягкий край пальца. Если ногти длинные, то косметолог не сможет сделать вам профессионально в полной мере тот массаж, который требуется. Во-вторых, движения косметолога должны быть не слишком мягкими и не слишком жесткими. Вы не должны испытывать болевых ощущений во время массажа. Но после массажа возможна некоторая крепатура в некоторых местах. Если будет интересно, я позже объясню, почему это происходит. Так, поясните, а что вы почервоніння? Чи є йому місце, чи має воно бути, чи ні на обличчі? Да, имеет место быть покраснение лица, и это нормальное явление во время массажа и некоторое время после массажа, потому что массаж – это очень активная косметологическая процедура, и она возбуждает наше кровообращение. Таким образом, обогащает кислородом каждую клетку и дает ей дополнительное питание. И поэтому, естественно, начинает усиливаться кровообращение, и наша кожа приобретает розоватий оттенок. Это абсолютно нормальное явление. Як часто варто робити масаж? Тому що нам зараз сподобається, і ми будемо кожні два дні його повторювати. Взагалі, який термін має бути? Если вы не делали массаж вообще или несколько месяцев его не делали, то рекомендовано пройти массаж курсом. Курс массажа – это 10-15 процедур с интервалом один день. То есть через один день вы можете делать массаж совершенно смело, и это та процедура, которая показана с таким интервалом. А затем массаж можно повторить через 3-4 месяца, в зависимости от результата, который у вас есть и который бы вам хотелось, но в промежутке любой косметолог порекомендует вам делать поддерживающую процедуру. Она может быть либо один раз в неделю, либо два раза в неделю. Тоже в зависимости от того, каково состояние вашей кожи и какого результата вы хотите добиться. Я так понимаю, что вы сама себе делаете массаж обличчя, так? Вот, примучившись от этих правил и курсов, так? Чи нет? Не совсем так. Есть виды массажа, которые мы можем полноценно сделать себе самостоятельно, но есть виды массажа, которые мы самостоятельно себе сделать не можем. И поэтому у каждого мастера есть свой косметолог и свой мастер, которому я тоже в том числе я обращаюсь тоже к своему мастеру-косметологу, который делает мне курс массажа, когда мне это необходимо. Ух, а я понимаю, что есть разные техники и виды, так? Конечно. И они зависят от віку, косметолог вам будет радить. Не просто так один универсальный, мы его проведем и нет. То есть есть разные виды, конечно, так, конечно. Есть очень много видов массажей, которые показаны при разных проблемах и в разном возрасте. А чи є протипоказання? Кому не можна робити? Есть противопоказания массажа, но в первую очередь это люди с онкологическими заболеваниями в крайних стадиях. Это люди с воспалительным процессом на лице, на коже. Это люди, у которых есть такие заболевания, как псориаз. Ну вот, скажем так, это может быть тоже ярко выраженная эпилепсия. Ну, в общем-то, наверное, и все. А вік? Я трішечки щось упустила цей момент. З якого віку краще починати робити масаж обличчя? Тут интересно, никогда не поздно и никогда не рано. Ух ты, это гарная відповідь такая. Да, массаж может работать как процедура, которая исправляет какие-то проблемы, но также как процедура, которая является очень хорошей профилактической процедурой. Чем раньше мы начнем ухаживать за собой, тем дольше мы сохраним свою красоту и молодость. Да? Поэтому массаж можно делать и в 16, и в 18 лет, и в 45, и в 70. Это не помешает ни одной ни девочке, ни женщине. Супер. Ну, все одно, жінки, ми такі натури, що зараз вас подивляться, все одно побіжать шукати в інтернеті, як зробити масаж вдома. Чи не можемо ми собі нашкодити? От зробити щось не так, що навіть, ну, начебто і користі не буде, але щоб і шкоди не було з цього. От прокоментуйте, будь ласка. Щоб не було вреда. Дати інструкцію, як сходити в інтернет і що посмотреть, так? Посмотрите массажные линии, определите силу своих рук. Это не должно быть очень сильно, это не должно быть очень слабо. Ну и мы можем делать дома легкий, абсолютно приятный массаж. Помогающий нашему косметологу, да, так? Помогая нашему косметологу, просто нанося на лицо косметологические средства. І от на останок ще одне запитання, чи правильно ми наносимо крем ось такими похлопуючими рухами, начебто теж і масаж, і нанесення крему. Це правильно так робити? Так, да, совершенно верно. Це безпечно, це правильно і це ефективно.
активно. Похлопывающими движениями мы как бы вбиваем косметическое средство в кожу, и оно быстрее попадает туда, куда ему нужно попасть. Угу. Я зрозуміла. Олено, підрозмовуючи нашу розмову, масаж для обличчя має бути. Трішечки впустили цей момент, не варто одразу бігти на ін'єкції, уколи, а розпочинати із масажу, він дає свої результати. Ви можете цьому переконатися, це вже ваша справа. Ми надали відповідь на всі питання, такі найбільш хвилюючі. Олена Чумак, косметолог, майстриня шугарінгу, була цього ранку у нас в гостях. Я дякую вам за ваші відповіді. Ну що, тепер всі дружно будемо масажувати своє обличчя.